В Архангельской школе номер 33 решили объединить спортивные секции и юных атлетов в один спортивный клуб. О том, какими видами спорта под новой вывеской будут заниматься школьники, в сюжете Виталия Барашкова. Пятиклассник Семен Житов играет во флорбол с самого детства. В активе уже есть призовые места на международных соревнованиях. У нас очень дружная команда. Мы все вместе играем, разговариваем и всегда общаемся. И вот из-за этого вот вырабатывается эта дружба. И на игре мы тоже из-за этого пасуемся, понимаем друг друга, потому что мы наиграны. И вот выигрываем. Места великие. Помимо флорбола, ученики 33-й школы посещают еще футбольную, баскетбольную и волейбольную секции. Теперь их более 60 человек объединит спортивный клуб «Успех», с инициативой создания которого выступила администрация учебного заведения. Школьный спортивный клуб, во-первых, это сплочение ребят по интересам. Это, как я уже говорил, да, пропаганда здорового образа жизни. Вести занятия будут учителя школы. Здесь надеются, что уже скоро популярность секции возрастет и уровень спортивных результатов станет выше. Самое главное, что все это дает возможность ребятам бесплатно заниматься спортом. Как раньше вот были кружки, так создаются спортивные кружки. И во внеурочное время ребята могут оставаться в школе и продолжать свои занятия и заниматься спортом. Это очень важно и это очень правильное направление. Мы его всячески будем и дальше развивать. Подобные спортивные клубы уже действуют в нескольких школах города. Например, во 2-й, 4-й и 62-й. Спортивный опыт готовы перенимать и в других учебных заведениях. Виталий Барашков, Светлана Михеевская, Денис Линчевский, регион 29.